Ну чё, всем привет, это снова я. Вы на канале Ириночка Сергеевна. У меня тоже еда разнообразная. Не только сосиски и сардельки, и колбаса. Вот сегодня манная кашка. Очень вкусно и полезно. Всем приятного аппетита. Что сегодня козявка? Ну что? Вот, короче, Иринка сходила по делам. Козявки набьем. Кстати, прикольная козявка. Были в светофоре. Это, знаете, в светофоре как-то скудно стало. И очень печально. Без майонеза, да, ем кашу. Так что можете не писать. Дома я дома. Приехала с подругой домой. У нее побыла, мы сходили по делам. По магазинам прошвырнулись. У меня же зарплата на ютубе это суперская, большая. 545 евро. Ну, как у меня посчитали мои бухгалтера. Тратиться можно. Это накладываем лето. Когда потом? Ну, еще мне такой комментарий прочитала. Отдай, говорит, свою пенсию племяннице. С какой радости-то? Говорит, у тебя, говорит, все нормально. Даже гликированный сахар у тебя в норме, да, в норме. И что? Я говорю, у меня единственное, гемоглобин повышен. Ну, это херня. Ну, а так у меня все супер. Ну, вот тому человеку, который написал комментарий, отдай, говорит, племяннице свою пенсию, откажись. Окей. Я откажусь только при одном условии, если ты откажешься от своей зарплаты. Зачем она тебе нужна? Так оно? Обалденная каша. А знаете, что у нас еще будет? У нас есть такие... кексики. Такие кексики в России продаются. Мы же из России. Там Санек пишет, приезжай, говорит, в Украину. К тебе, что ли? Чего я там забыла в Украине? Знаешь, мне как-то и в России суперско живется. Так что Санек не... Боже упаси, ой. Кашка упала. Ой, там кто-то вам звонит. Так, сейчас посмотрю. Ой, это можно какой-то, да? Наверное, я не видела. Вейск зовут. Говорит, Вейске тоже хорошо. Ну, блин, я говорю. Ну, хотя с моей тупо-скотой зарплаты-то можно. Годик покопил. По стране покатался. Ну вот как-то так, да. Почему как-то так? Ну не знаю. Кексик, кексик.
Да, я же планирую телефон новый покупать. Не знаю, или в сентябре, или в октябре. Посмотрим. За тридцаточку. Мне же зарплату-то позволяют, можно? Кашка. Кашка-малашка. Ой. А, кстати, кто там написал про рагу? Что там написали? Свиньям они такое готовят. Ну, ради бога, готовьте. Пожалуйста, вам никто не запрещает. Кузьма, кстати, говядка хочешь? А что? Кстати, сегодня были в светофоре. Там были апельсины по 51 рублю. Что-то какие-то они печальные. Потому что столько мух летает на них, а они все еще лежат и продаются. Апельсинки, апельсинки. Ёбаная. Ну что, с кашкой управились, сейчас будем омлетик есть. Смотрите, какой красивый, шикарный омлет. Повар приготовил, да, как всегда. Ну, я могу себе повара позволить, да. Ну, кстати, еще бутик с колбасой. Ну, если я ем колбасу, значит, я неплохо живу. Так ведь? Это не колбаса, это ветчина куриная. Что-то самое удивительное. Ой. Вы про Малахова не пишете, а? Вам надоело? Что-то осталось сегодня, короче, покинь. Что вам еще хочу сказать? Сегодня я прошла 20 тысяч шагов. Ну, как-то так, да. Ну, сегодня столько шагов намотали, полный пипец. Потом мы еще кофе попьем. Ну, мы сейчас поедим, короче, с подругой. Полежим. Что еще? А, надо еще в огород сходить, пока не стемнело, вишню собрать остатки. Ну, так вот. Там одна мадам все интересуется, то картошку-то ко мне копать придет. Ну кто? Санек с Украины. Сюда был что это? На бутик Майвика. Вообще бы супер было. Так ведь? Чё нет-то?
Особенно, когда с троллейбуса шли. С автобуса. Мимо детской площадки. Детей вообще там нет. У нас раньше на детской площадке было все супер. Стояли лавочки. Там можно было посидеть. Сейчас лавочек нет. Сперли их. Кто спер? Запчасть от лавочки стоит, а самой лавочки нет. Мне вот удивительно, как еще качели живые там. Да, Иринки на жопу влазит в эту качель, так что не переживайте. Отрежьте мне, пожалуйста, батончик, кусочек. И колбасярина. Да, это мой шеф-повар. Ну, чтобы мне попу не поднимать, мне сейчас сделают. Колбаску можно пожирней. И это кружочек напополам разрежь. О, спасибо за бутик. Вот так оно. Слушай, а если ножницы это подточить? Ножики же точат тут такой фигней. Не поможет? Херово. А у меня есть детские ножницы, вон там лежат. Десять лет назад за 5 рублей в Каламарте куплено было. Может, ими? Галамарт. Хотя сегодня были в светофоре, ничего интересного нет. В Пятерке были. Что-то как-то тоже скудно. Ну, как-то так. Где они спали? Еще есть орехи с сахаром. Кстати, вкусная вещь.
400 грамм чьи-то фарши прикупила. Пятерочка выручает. Что я хотела еще сказать-то вам? Я как ела, я так и буду есть. Все пишите. О, уходи с Ютуба. Да хер дождетесь. Не уйду. Вот так вот. Попозже еще кофе попьем. С кексиками. Вот это я сегодня пожирал. Ладно, короче. На этом всем пока. Пишите свои комментарии. Ну, как всегда. Я думаю, вам не стоит напоминать. Ну и подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И не забываем на колокольчик. А серую кнопочку внизу. Всем пока-пока.